Андрей Федотов в народной дружине уже год. Говорит, следить за порядком на родной земле – его гражданская позиция. После армии молодой человек собирается пойти работать в правоохранительные органы. Потому и практика профилактических рейдов в составе дружинников ему как нельзя кстати. От каждого из нас зависит безопасность ближнего, так как если мы начнем себя, начнем доводить до людей, что это необходимо соблюдать эти меры, коронавирусная инфекция пойдет на спад, статистика, и в принципе станет безопаснее находиться на улице. Дружинники патрулируют парки, скверы, площади и дворы. Их главная задача – напоминать людям о необходимости соблюдать социальную дистанцию и избегать мест общественного скопления. В регионе продолжает действовать масочный режим. Находясь в помещениях или транспорте, необходимо использовать средства индивидуальной защиты. На данный момент идет некоторый спад инфекции, поэтому некоторые меры ограничений уже сняты. Но, тем не менее, гражданам необходимо помнить о определенных мерах безопасности и соблюдать определенные предписания. Это нужно, необходимо для того, чтобы инфекция не начала распространяться заново. Такие профилактические рейды дружинники организуют каждый день. Мария Левина, Николай Епифанов. События.